вечно. На душе моей весна. Я сейчас злая и уставшая. Даже один класс получила в одноклассниках. А, я вчера вечером ее сфотографировала, бабушка выложила. Видел, как она высоко? Миша, не надо меня фотографировать. Миша, что ты там уже задумал? Давай репетировать, как будто это понедельник уже, а я как будто фрезеровщик. Давай. Все это получилось вот так. Да, я потом зашел, посмотрел, понял все и удалился со всех. Приложение эти удалился. Происходит от нехватки денег. И вообще грусти. Как-то какие-то бумажки могут манипулировать вообще жизнью человека. От них зависит твоя жизнь, и будешь ли ты жить. И не умрешь ли ты.